Вы можете не согласиться, но в вашем доме, в вашей квартире, там, где вы сейчас живете, в квартире или в доме, который вы считаете и называете его вашим родным, может быть, в доме ваших родителей, предков, может быть, дедов, тоже однажды будут или могут жить совершенно чужие люди, которые не будут знать вас, которые о вас не вспомнят, не будут знать, кто вы. И это, к сожалению, реальности нашей жизни. Мир нестабилен. Ничто не вечно. Мы не вечны. И недвижимость, которая хоть и является недвижимой, но все, что происходит с вами. Но стены и недвижимость, мы не вечны. Ничто не вечно. И недвижимость, хоть и является недвижимой, то стены этого дома помнят и знают многое, а мы лишь гости в этих стенах.